Здравствуйте, уважаемые телезрители. Вы смотрите новости на телеканале ТДК-42. В студии работают Сергей Уланов и Аиша Киреева. И перед выпуском вы узнаете о главных событиях этого дня. Изменить тарифную политику в сфере ЖКХ предлагают в Казахстане. Министерство национальной экономики планирует внести в Мажилис проект нового закона о естественных монополиях. Сегодня в Уральском городском суде вынесен обвинительный приговор в отношении экс-руководителя управления физкультурой и спорта Тимура Шаяхметова. 80 миллионов тенге выделено в этом году на программу модернизации ЖКХ. Об этом сообщили в ТОО «Урал Курылыс Жиндяу Сервис». Депутаты Сената приняли во втором чтении поправки по вопросам физической культуры и спорта, по которым система финансирования спорта станет прозрачнее. Как информировал министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиолы, законом впервые предусматривается реальное совершенствование действующей системы финансирования физической культуры и спорта, которая станет прозрачной, объективной, а главное – понятной. По его словам, эта система будет основана на ранжировании видов спорта, культивируемых в Казахстане, но не все сенаторы с этим согласны. Массовый спорт финансируется по остаточному принципу. На эти цели выделяется всего несколько процентов средств из спортивного бюджета. Из 300 миллиардов тенге не более 15 миллиардов идут на развитие массового спорта. Почти все сохранившиеся спортивные площадки в стране в основном приватизированы. В тех же, которые сохранились, очень дорогая сумма аренды. Более того, на селе 40% школ вообще не имеет спортзалов. Результат плачевный. В связи с этим Дарига Назарбаева предложила предусмотреть на развитие массового спорта не менее 30%. При этом она акцентировала внимание на текущее состояние здоровья казахстанцев. Из 5 миллионов человек, которые сдавали президентский тест в прошлом году, его успешно прошли только 70 тысяч. Вот вам в целом общий показатель состояния массового спорта и физической подготовленности подрастающего поколения. Из бюджета общего, а это государственный бюджет 19 миллиардов тенге, и местный бюджет 67 миллиардов тенге, только 9% выделяется на массовый спорт. И еще эта цифра довольно-таки спорная, потому что буквально год назад эта цифра была примерно 4%. За два последних года заболеваемость сколиозом увеличилась в 2 с лишним раза. Каждый пятый школьник страдает каким-то заболеванием. В результате из числа пришедших на медкомиссию призывников только каждый третий готов к воинской службе без ограничений. Каждый третий не годен к службе. Массовые занятия спортом в Казахстане не оправдывают своего названия. Он развивается хуже, чем рапортуют чиновники. Развитие этого спорта идет не на должном уровне из-за слабой базы спортивных объектов и нехватки банальной пропаганды. Но министр заверил, что теперь ситуация станет лучше. Данный законопроект действительно очень уникальный. Оно именно направлено для развития массового спорта, для доступности спортивных сооружений и для развития национальных видов спорта. И мы впервые на законодательном уровне вносим такое понятие, как паралимпийские виды спорта. В действительности нам необходимо, благодаря ранжированию видов спорта, что мы развивали не только олимпийские, прикладные, технические виды спорта, а именно массовые виды спорта. Еще одна проблема – кадры. Средняя зарплата физрука в школах всего 60 тысяч. Также в стране дефицит спортивных залов. Он составляет около 60%. Представьте себе, по статистике, на один плавательный бассейн приходится 16 тысяч пользователей. Для сравнения, в Америке посещает бассейн всего 40 человек. По словам депутатов, мы должны воспитывать спортсменов из казахстанцев, и в частности представителей казахской национальности, давших название нашей республики. Ведь основное казахское население живет в сельской местности. Мы же больше занимаемся покупкой легионеров за миллионы долларов. Бауыржан Шаяхметов, Анизат Оспанов, телеканал ТДК-42 из Астаны. Изменить тарифную политику в сфере ЖКХ предлагают в Казахстане. Министерство национальной экономики планирует внести в Мажилис проект нового закона о естественных монополиях. В рамках программы «Нурлыжол» планируется продолжить выделение средств на реконструкцию сетей тепловодоснабжения и водоотведения. В 2017 году выделяется 48 миллиардов тенге. Планируется построить и реконструировать 1190 километров сетей. И главное, более 1000 монополистов намерены получить из бюджета около 5 миллиардов тенге в качестве субсидий на свою деятельность. И это только за год. Тарифы неумолимо ползут вверх. То для замены изношенных сетей, то обновление устаревшего оборудования. Аппетиты монополистов фактически никто не удерживает. Удержание коммунальных услуг сегодня является главным источником беспокойства казахстанцев и одним из основных мультипликаторов роста цен.
Именно данная проблема беспокоит население страны больше всего. Ведь за наш счет монополист пытается провести модернизацию. Но чиновники заверяют, что регулирование убрали в интересах бизнеса. То есть таким образом чиновники хотят привлечь инвесторов. А теперь монополисты просят еще и субсидии. Я хочу сказать, что на самом деле сегодня нужно серьезно работать с монополистами. Потому что тарифообразование на различные виды услуг, они сегодня недостаточно прозрачны. И зачастую монополисты ведут их очень жестко. И мнение населения, проблемы населения здесь не всегда учитывается. Более того, когда монополисты субсидируются еще и из бюджета, как эти средства используются и вообще насколько это оправдано? Это серьезный вопрос. Можно сбиться со счета, сколько раз за последние годы повышался тариф на электроэнергию, а следом, как по команде, росли цены на воду, теплоснабжение, услуги и продукты питания. Но по информации Казпотребнадзора, средства от повышения тарифов идут в карман собственникам энергокомпаний, а не на обновление мощностей. Оказывается, выплаты на модернизацию в 80 раз меньше, чем на выплаты дивидендов акционерам. А мажлисмены сначала были готовы поддержать аппетиты монополистов и лишь после неудобных вопросов поменяли свое мнение. Скажите ваше отношение личное к этой проблеме, к этой проблеме с субсидиями. Субсидии в какой есть субсидирование сферы модернизации ЖКХ, есть субсидирование тарифной политики. 5 миллиардов в области субсидирования тарифной политики, да. Вы имеете в виду? Но я думаю, что... А чего вы посмотрели? Нет, я просто посмотрела. Я думаю, что субсидирование тарифов субъектов естественных монополий не имеет никаких таких финансовых оснований. Так почему же каждый год растут тарифы ЖКХ, но при этом аварии и прорывы сетей случаются с пугающей регулярностью? Эксперты отмечают, что в вопросах тарифов учитываются интересы правительства и бизнеса, но третья сторона под названием «потребитель» в законодательстве прописана формально. Бауыржан Шайхметов, Анизат Оспанов, телеканал ТДК-42 из Астаны. Сегодня состоялся торжественный спуск 26-го по счету корабля, выпущенного со стапелей завода «Зенит». В строительстве нового корабля приняли участие все заводчане. Каждый из них внес свою лепту. Проводить свое детище в путь пришли сотрудники предприятия, а их поддержали сотни уральцев. Олег Великий с места событий. А борт очередного корабля разбили бутылку шампанского. Согласно морским традициям, это означает, что с кораблем все будет в порядке. Корабль «Мангыстау» построен в соответствии с государственным оборонным заказом для военно-морских сил. Перед нами стоит задача модернизации, о чем говорит глава государства. И завод «Зенит» готов выпускать уже водоизмещением 600 тонн. Этот корабль – 250 тонн. Это очень трудоемкий результат должен быть. Квалификации имеются, кадровый потенциал очень хороший. Ежегодно мы обучаем наши кадры. Ну, соответствует всем современным требованиям. Здесь европейское, германское оборудование. На этом корабле, в отличие от предыдущих, модернизировано вооружение, что позволило расширить круг решаемых задач. На нем установлены средства для обнаружения подводных диверсионных угроз, включая боевых пловцов и борьбу с ними. На его сбор ушло примерно полтора года. Каждое судно, каждое новое созданное вами изделие – это в первую очередь укрепление нашей обороноспособности. Сегодня благодаря вам, вашему трудовому коллективу, благодаря инженерам, конструкторам, специалистам, мы сегодня получаем все больше и больше компетенций. Сегодня можем с гордостью заявлять, что Казахстан становится государством, которое может строить свои корабли. Конечно, река Чаган не может внести всего того, что могут сделать врачи. Да, действительно, географию завода в будущем надо расширять для Казахстанского региона. Да, действительно, специалисты из Зенита, возможно, скоро будут работать и на Каспийском побережье.
При сборке этого судна были учтены предложения военных моряков по улучшению маневренных характеристик корабля, боевых возможностей и условий обитания экипажа. Каждый спуск судна на воду – праздник для заводчан. Для любого работника завода спуск корабля – это очень такое знаменательное событие. Ну и для нас, в частности, конечно, это очень знаковое событие. Закончился определенный период создания своего изделия. Если будет следующий, значит, будет следующий. А так что, конечно, это, видите, сколько заводчан пришло. Для всех это торжественное мероприятие очень. Поэтому тут все нормально. Строительством катеров завод занимается с 1993 года. За этот период было изготовлено уже 25 катеров, которые сданы заказчикам и сегодня несут свою службу по охране территориальных вод. Этот корабль с символическим названием «Мангыстау» является уже по счету четвертым, который был собран на заводе «Зенит» для военно-морских сил. Он оснащен самым современным оборудованием и примерно уже через 20 дней его доставят в «Актау». После прохождения заводских швартовных, ходовых и приемных испытаний судну предстоит служба на Каспии в составе других кораблей военно-морских сил. Олег Великий, Айбулат Джигапар, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42. Развитие туризма – лучший способ привить чувство патриотизма и любовь к родине. В этом уверены участники Международной научно-практической конференции, состоявшейся в Уральске. Участниками ее стали специалисты сферы туризма и спорта республики и государств ближнего и дальнего зарубежья. Большая научно-практическая конференция была организована в областном казахском драматическом театре. Участники мероприятия обсудили развитие туризма в республике. Особое внимание уделили Западно-Казахстанской области. На протяжении последних лет Уральск называют столицей казахстанского туризма, а область – одной из самых развитых в этом плане в республике. Центры туризма созданы и действуют во всех районах. Мы, в принципе, авторы казахстанской модели детского и юношеского туризма Казахстана. И отличие в том, что у нас власти очень хорошо относятся к этому, понимая то, что это будущее, это наиболее эффективная форма работы, о чем совсем недавно сказал президент 12 апреля в своей статье «Взгляд в будущее и модернизация общественного сознания». И отличие то, что, я уже сказал, власть хорошо относится к этому, правильно помогает, содействует, поддерживает. Изучение родного края помогает воспитать чувство патриотизма. У тех, кто занимается краеведением, изучает историю, интерес только развивается. Но, как отмечают специалисты, эту сферу необходимо постоянно поддерживать, оказывать финансовую помощь, а также привлекать квалифицированных специалистов. В этом году Республика Казахстан, наша команда, заняла третье место в мире по спортивным походам. То есть у нас потенциал очень мощный. Но этот потенциал будет исчерпан через некоторое время, если мы детей, юношей не привлечем к этой работе. Кроме конференции, для участников мероприятий была организована работа в секциях, а также экскурсии. Марина Горбук, Мухамбет Консултанов, Александр Грабарев, ТДК-42. Уроженец Бурлинского района Западно-Казахстанской области пойман за мошенничество. На счету его более десятка преступлений. Каких, расскажет моя коллега Марина Горбук в рубрике «Криминальная хроника». Марина, здравствуй. Каким образом преступнику удалось обманывать людей? Здравствуй, Сергей. Добрый вечер, дорогие телезрители. Как сообщает в пресс-службе городского управления внутренних дел, преступник входил в доверие под предлогом изготовления мебели. Свои услуги он рекламировал через социальную сеть Instagram. С помощью интернета мошеннику удавалось очень быстро находить доверчивых клиентов. Все подробности в рубрике. Как сообщает в пресс-службе управления внутренних дел, преступником является гражданин 1992 года рождения. Он предлагал потенциальным клиентам услуги по изготовлению мебели. Входя в доверие к людям, он получал от потерпевших денежные средства, а затем скрывался. Таким образом, мошеннику удалось обмануть десятки человек. Но, к сожалению, пока раскрыты не все эпизоды. Поэтому сотрудники полиции распространяют фото преступника и просят всех пострадавших обращаться в городской отдел полиции. В настоящее время данный гражданин задержан и водворен в ВВС УВД города Уральска. Он проходит по 11 эпизодам, но это не окончательные цифры, так как каждый день к нам поступают новые заявления в отношении данного мошенника. В этой связи просим всех, кто пострадал от мошеннических действий гражданина Абсатырова, обратиться в УВД города Уральска или по телефонам 102 98 18 04 90 45 16.
В Уральске рассматривается дело по факту антиобщественных действий горожанина. На прошлой неделе в сети интернет появилось видео, на котором заметно, что, находясь во дворе многоэтажного дома, расположенного в районе третьей школы, недалеко от детской площадки, мужчина, спустив штаны, совершает действия непристойного характера. Снимавшие видео родители посчитали его за педофила. После появления ролика в сети сотрудники полиции нашли и задержали нарушителя порядка. Как выяснилось, у мужчины есть семья. Инцидент он прокомментировал тем, что просто справлял нужду. По данному факту в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлена личность правонарушителя. Им оказался гражданин 1989 года рождения, в отношении которого был составлен административный протокол согласно административному кодексу Республики Казахстан. Согласно предоставленной медицинской справке, данный гражданин является инвалидом третьей группы. С многочисленными ранами и ушибами в отделение клинической больницы была доставлена гражданка 1959 года рождения в результате дорожно-транспортного происшествия. ДТП случилось по улице Сарымадатова напротив гипермаркета «Дина». Наезд на участника дорожного движения, переходящего улицу по нерегулируемому пешеходному переходу, допустил водитель автомобиля марки «Скания». За рулем его находился гражданин 1988 года рождения. Водитель трезв. Виноват. В данный момент женщина с тяжелыми травмами находится в реанимации. Пока у меня все. Такими были некоторые события, произошедшие в последние дни. Мы напоминаем, что персональные данные их участников мы не называем в интересах следствия. Спасибо за внимание, дорогие телезрители, и будьте осторожнее. Сергей. Хотелось бы добавить, что дорожно-транспортные происшествия с участием пешеходов регистрируются еженедельно. И случаются они в равной степени как по вине водителей, так и по вине пешеходов. Марина, спасибо за информацию, а мы продолжаем наш выпуск. Сегодня в Уральском городском суде вынесен обвинительный приговор в отношении экс-руководителя управления физической культуры и спорта Тимура Шаяхметова. Он был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 362 части 4 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Как выяснили в ходе судебного разбирательства, главный спортсмен области собирал деньги с руководителей спортшкол. Следствием было установлено, что Шаяхметов, находясь в преступном сговоре со своим подчиненным, на системной основе получали взятки от тренеров более 10 спортивных школ Уральска за беспрепятственное проведение учебно-тренировочных сборов и общее покровительство. Изначально прокуратура выдвинула обвинение по двум статьям Уголовного кодекса. Это получение взятки и присвоение или растрата чужого имущества. Но затем дело было переквалифицировано по статье 362 часть 4 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Превышение власти или должностных полномочий». Был заявлен гражданский иск. На сумму 1 475 000 тенге. Данный гражданский иск был погашен в полном объеме. Между прокуратурой и подсудимым, значит, процессуальное соглашение не было заключено по тому, что они не достигли единого мнения по мере наказания. Судья Уральского городского суда Варвара Дмитриенко вынесла приговор. Назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества, добытого преступным путем. Либо приобретенного на средства добытые преступным путем с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, в государственных органах, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Меры пресечения Шаяхметова содержания под стражей оставить прежней до вступления приговора суда в законную силу. В ходе суда было установлено, что деньги Шаяхметов использовал на собственные нужды. Роман Копняев, Нурлан Кунашев, Александр Грабарев, ТДК 42. Жителям двухэтажного дома по улице Деповская, 23, отрезали центральную канализацию. Вместо нее вкопали временный септик и обещали, что будут выкачивать. Так все и было до определенного момента. Но вот уже около 10 дней нечистоты никто не выкачивает, и емкость переполнилась. Наши корреспонденты выехали по адресу и выслушали обеспокоенных жильцов. Тревогу жители дома забили только сейчас, хотя канализацию им отрезали еще 2 года назад, когда снесли рядом стоящие аварийные дома. Но тогда проблем не было. Вместо центральной канализации жителям установили временную. Подрядчики, выполнявшие снос домов, постоянно откачивали септик. Но после того, как стройка заморозилась из-за отсутствия финансирования, делать они это перестали. Было вначале все замечательно, значит, приезжала машина, в день-два раза откачивала. Вот. Так как в нашем доме 16 квартир, ну, там, значит, естественно, много происходит слива. Вот. Потом уже ближе вот к середине апреля
данная машина, она обслуживает, значит, вот эта организация «Свой плюс». Она перестала приезжать, и уже где-то дней 10 ее нету. Так называемая бочка, в которую уходят все нечистоты из квартир, вот-вот переполнится. И тогда все отходы жизнедеятельности людей окажутся прямо на улице. Зловонного запаха жильцы пока не чувствуют. Но как только наступит жара, запах разнесется по всей округе. Люди говорят, что центральную канализацию им отрезала компания «СВ+». Они-то и откачивали септик. Для прояснения ситуации мы связались с директором подрядной компании, который сообщил, что ничего они не отрезали, а септик выкачивали по просьбе акимата. Это не мы отрезали, это отрезал ОКС, это городской акимат, они отрезали. Я там ничего не имею права отрезать. Канализация, которая вот шла к ним, она шла под этими домами, где мы котлован выкопали. Естественно, ОКС эту канализацию разобрал. Поставил им временный септик по этим жильцам. Вот этот септик мы 2 года выкачивали сами. Сейчас этот септик никто не выкачивает, и, извините, они тонут в своих фекалиях. Их за это предупредили, что все, теперь инвестор пришел другой. Вообще вы сами нанимаете машину, сами выкачиваете. Септик не единственная проблема, с которой мучаются жильцы дома. На куче мусора, которые были оставлены строителями, они уже внимания не обращают. Но вот дорога, по которой раньше без проблем ходили и взрослые, и дети, теперь доставляет хлопот. По словам местных жителей, строительная компания «Балашак Т» при возведении многоквартирного жилого дома подводили к нему подземные коммуникации. А после, как следует, землю не утрамбовали. У меня ребенок лично пошел гулять, провалилась по колено в глине. Даже сапоги не могла вытащить. Пришла босиком в носках домой. Вот. Потом мы своими вот силами делали мостик. Делали мостик, чтобы пройти в школу. Дети приходят, конечно, в школу все грязные. Людям ничего другого не осталось, как проложить себе тропу из старых деревянных дверей, досок и матраца. И все-таки основной проблемой остается отсутствие канализации. Люди боятся, что нечистоты зальют подвалы или, куда хуже, все пойдет в дом. Олег Великий, Махамбет Консултанов, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42. 80 миллионов тенге выделено в этом году на программу модернизации ЖКХ. Об этом сообщили в ТОО «Орал Курлыс Жундео Сервис». В данный момент завершаются строительно-монтажные работы в 2 многоэтажных домах. Наши корреспонденты узнали, какие здания будут еще отремонтированы в этом году. Программа модернизации жилищно-коммунального хозяйства является льготной для жителей. Люди получают деньги сейчас, но расплачиваются в течение 15 лет и без всяких процентов. Вот эта крыша, как обещают подрядчики, продержится как минимум 50 лет. Начиная с 2011 года, когда программа модернизации ЖКХ начала свою работу, в городе было отремонтировано порядка 80 многоэтажных домов. Большинство людей ремонтируют в своих зданиях изношенные крыши, которые дают течь. 80-летняя Клавдия Коровенкова ждет не дождется окончания строительно-монтажных работ. Долгие 10 лет у них ее течет с потолка. Когда дожди были, здесь страшный поток был. Очень много все затекло, и там также затекло. Один раз помучаем, зато будет хорошо. Пятиэтажный дом по улице Ескалиева, 182, расположен в районе остановки «Юбилейная». На месте плоской крыши здесь появится двускатная. Доски пропитаны специальным раствором, который препятствует горению. Для надежности используется изоспан. На 2017 год планируется охватить 7 многоквартирных жилых домов. 2 из них – это Гагарина 67 и Ескалиева 182, которые мы уже начали, как вы видите, строительно-монтажные работы в самом разгаре. Ну, где-то на порядка 50-55% уже завершены. Всего на ремонт крыши подрядчикам отведено порядка 2 месяцев. Работа идет полным ходом. Качество очень хорошее, материал вовремя доставляется. Работаем месяц, уже дней через 10 закончим. В ближайшее время начнутся работы по ремонту еще 2 многоэтажных домов, расположенных в поселке Зачаганск. Роман Копняев, Нурлан Кунашев, Александр Грабарев, ТДК-42. Белить или не белить? Вот в чем вопрос. На встрече акиму города с общественностью Нариману Турегалиеву предложили отказаться от обработки деревьев известью. Это позволит сэкономить средства и принесет пользу окружающей среде. Практика побелки деревьев, гашенной известью – это уже традиция. Она имеет сразу несколько значений. Обработка проводится с целью борьбы с вредителями, а также создает приятное эстетическое впечатление. Но активисты и общественники на встрече с акимом заявили, что побелка вредит деревьям. Она сушит кору и становится причиной многих болезней. Белить деревья обязательно надо, потому что это защита деревьев от вредителей, во-первых. Во-вторых, оно как-то и эстетически красиво. Они ровненько побелены, смотришь, и прям красиво, и все, и стоят. Не то что... А вот только что еще одна проблема. Обрабатывали бы деревья,
обстригали бы их, ну, чтобы вид был у них красивый, а то ветки сухие торчат вокруг. Однако специалисты уверены, что побеленные деревья – это здоровые деревья. К тому же это доказывает многолетняя практика. Уральский старожил уверяет, что он живет на проспекте Достык Дружба уже 40 лет и помнит эти деревья совсем молодыми. По жизни белим, оказывается, не надо белить, говорят так. Что надо только плодовые, ягодные белить. Это мы, наоборот, наносим вред. Не знаю, надо проверить эту информацию, во-первых, да? Если оно наносит вред, и мы средства, людей туда выделяем, наоборот, может, мусор лучше собирать, чем это. Это просто надо проанализировать. Несмотря на все аргументы, аким города поручил экологам и озеленителям рассмотреть все за и против весенней обработки деревьев и выработать практические рекомендации. Роман Копняев, Нурлан Кунашев, Александр Грабарев, ТДК-42. Далее в выпуске мы представим вашему вниманию не менее интересные события в специальном видеообзоре. На 29-м километре трассы Алматы-Бишкек полицейские остановили автомобиль «Лада» и обнаружили в багажнике машины связанного человека. Во время проверки документов водитель заметно нервничал, чем и вызвал подозрения инспекторов. Решив проверить машину с магистралскими номерами и пассажиров более тщательно, полицейские услышали из багажника странные звуки и попросили водителя его открыть. В этот момент из авто раздался крик о помощи и глухой стук. Когда багажник открыли, то внутри лежал связанный мужчина. Все трое ехавших в легковушке мужчин тут же были задержаны. Сам пленник рассказал, что похитители ему знакомы по совместным делам. Правда, по каким, пояснять не стал. Сказал лишь то, что и на него хотели что-то повесить, вероятно, денежный долг. Знакомые затолкали его в салон и вывезли в горы. Там его жестоко избили бейсбольной битой. Бросили в багажник своего авто и повезли в Шымкент, сообщает издание. Теперь полицейским предстоит выяснить все детали происшествия. Начато досудебное расследование. В Восточно-Казахстанской области водитель пожарной машины случайно спас молодую девушку. В Усть-Каменогорске водитель пожарной машины, проезжая по мосту, внезапно увидел, как молодая девушка собирается сброситься вниз. Не раздумывая, мужчина остановился и бросился к ней на помощь. Зовут отважного водителя Виталий Бактыбаев. Вечером 26 апреля он двигался по мосту через Иртыш. Виталий заметил девушку, которая забралась на перила. Мужчина тут же остановился и поспешил на помощь. Все это зафиксировала камера регистрации. Регистратор в его машине. По его словам, он даже не задумался о том, что делать в этой ситуации. Все произошло по реакции. Виталий говорит, что впервые оказался в такой ситуации. Претензии к взаимодействию между объектами здравоохранения выражают жители Западно-Казахстанской области. В редакцию нашего телеканала обратилась жительница города, родственник которой, приехав из отдаленного района, не смог пройти обследование в местной онкологической больнице. В чем же причина, попытались разобраться наши корреспонденты. Порядка 500 километров пришлось преодолеть 56-летнему Жасулану Исакову, чтобы пройти обследование в Уральском онкологическом диспансере. Сам он, ввиду плохого самочувствия, говорить отказался. Но обратившаяся в редакцию телеканала родственница возмущена тем, что он не может получить положенную помощь. Как рассказывает Гульнаш Исетова, на обследование в Уральск ее брат отправил районный врач. Но на местном уровне пациента не приняли, потребовав официальное направление. В районе не могут выдать, они сказали, нет у нас с онкологией именно какой-то договоренности, договора нет. Тендер не прошли, я не знаю, что за тендер. Нам так сказали, направление мы даем уверены, только в диагностический центр, сказали. Вы уверены, что именно здесь вам услуга нужна? Ну, эндокринолог нам сказал, пройдите биопсию в онкологии, мы откуда знаем. Потом мы должны прийти уже со всеми результатами к онкологу, к эндокринологу, который будет направлять нас на операцию к хирургу, наверное. Врачи онкологического диспансера, в свою очередь, заявляют, что виной всему недостаточная информированность и спешка, как со стороны медиков, так и со стороны пациентов. Задан нам дан системный вопрос, есть ли у вас направление, где указано, что в данном случае ей необходима пункция. Ну, как логично, то есть обычно специалисты это пишут. Но это было со слов пациента. Так же, как пояснили врачи, у пациента не оказалось онкологических признаков. В данном случае он пациент обратился непрофильно к нам вообще. Нету никаких данных. Вероятно, всего пострадала разъяснительная работа, ну и, конечно, нежелание пациента именно пройти определенные этапы. Как отметили специалисты, во избежание конфузных ситуаций следует четко знать диагноз и для серьезных обследований добиваться направления от врача. В противном случае процедуру можно получить платно, но опять же, в порядке очереди и при обследовании. Марина Горбук, Айбулат Джигапар, Нурлан Кунашев, Александр Грабарев, ТДК-42.
28 апреля в Уральск прибудет икона Божьей Матери Семистрельной. Об этом сообщают в информационном отделе Уральской городской епархии. Образ Пресвятой Богородицы, представляющий собой небольшую икону, отпечатанную полиграфическим способом, прославился необычным явлением. На протяжении почти 20 лет икона мироточит. На ее поверхности выделяется благовонное масло, обладающее целебными свойствами. Местом хранения иконы является Подмосковье. Оттуда она путешествует по городам и странам. Икона посетила многие епархии православной церкви Дальнего Востока, была на Сахалине и в Соединенных Штатах Америки. 28 апреля текущего года приблизительно к 7 часам вечера икону доставят в Покровский женский монастырь Уральска. В связи с этим двери храма будут открыты всю ночь. 29 апреля в 8:30 утра в этом же монастыре состоится божественная литургия, возглавит которую митрополит Астанайский и казахстанский Александр. Уже вечером 29 апреля к чудотворной иконе можно будет приложиться в храме Христа Спасителя. Там она пробудет до 14 часов следующего дня. Для нашей епархии очень большое событие, потому как все православные христиане знают описание этой иконы. Это образ древний. Через этот образ, значит, Божьей Матери Господь подает нам исцеление духовное, телесное. И поэтому можно сказать, что к пустому колодцу люди не ходят. И действительно, Матерь Божия помогает во всех делах. В Уральск пришло долгожданное потепление. Гидрологи отмечают, что уровень реки Урал на данный момент прекратил свой подъем. Однако до сих пор сохраняется возможность поднятия уровня до 700 сантиметров. Синоптики заявили, что самый теплый день 27 апреля был в 2000 году – 30 градусов тепла, а самый холодный день был зарегистрирован в 1935 году – 7 градусов ниже нуля. В ближайшие сутки погоду нашей области будет определять высокое давление антициклон. Поэтому погода будет без осадков. Ветер западный, юго-западный, умеренный. Температура ночью будет 3-8 градусов тепла, днем 15-20. По югу области до 25 градусов тепла. На 27 апреля уровень реки Урал в районе поста без изменения составил 491 сантиметров. Уважаемые телезрители, на этом наш выпуск подошел к концу. А я напоминаю, что этот и другие выпуски новостей вы можете посмотреть на нашем электронном сайте www.tdk42.kz. Всего вам доброго и до встречи в эфире. Генеральный партнер информационных новостей – консалтинговое агентство «Бискон». Консалтинговое агентство «Бискон Уральск» проводит открытые и корпоративные тренинги по продажам, переговорам и презентациям, обучение менеджеров по продажам, обучение маркетологов, тренинги по трудовому законодательству. Спонсор прогноза погоды – салон «Дом Штор Насурова». «Дом Штор» – секрет уюта в вашем доме. Мы находимся по адресу город Уральск, улица Победы, 93/2. Телефоны 54-43-10, 54-43-40.